В Донбассе стартовали первые спортивные соревнования, посвященные юбилею республики. Дети из регионов Северокавказского и Южного федерального округов, а также из Южной Осетии состязались в ловкости рук, скорости, быстроте реакции. Алла Качиева расскажет, о каком виде спорта идет речь и как он проходил. Донбай позиционируется всесезонным и излюбленным местом отдыха тысяч туристов страны. Сейчас приехали, конечно, многое изменилось. Вообще радуемся, ходим. Жизнь прекрасна. Приехали всей семьей. Да, большой. Да, большой, дружной. А что особенно вам нравится здесь? Природа. Горы. Самое нравится природа, воздух. А мне нравится горы. Подышать свежим воздухом и насладиться шикарной природой могут не только туристы, но и 164 молодых спортсмена из 9 регионов – СКФО, ЮФО и Южной Осетии. Знаменитый горнолыжный курорт в очередной раз стал местом проведения соревнований. Здесь в течение нескольких дней будет проходить межрегиональный турнир по боксу «Кубок Донбая 2022». В этом году его посвятили 100-летию образования Карачаева-Черкесии. Первые спортивные соревнования, посвященные вековому юбилею республики, решено провести в Донбае, в гостиничном комплексе с одноименным названием. В большом спортивном зале стоит праздничная атмосфера. Состоялось официальное открытие, где участников и судейскую команду приветствуют организаторы. Этот турнир важен тем, что он сближает молодежь для развития спорта и для развития курортного поселка. В межсезонье, как бы в летнее время, это самое время для тренировки спортсменов, для сборов, для проведения таких соревнований. Дан старт, и участники 4-го межрегионального турнира «Кубок Донбая» по боксу выходят на ринг. Несмотря на юный возраст, поединки здесь очень эмоциональные. Быстрая оценка обстоятельств и четкий план действий – результаты подготовки ребят. Бокс не драка. Это спорт отважных, уверены тренеры и их подопечные. Нешуточные бои разыгрываются и между девочками. Задача нелегкая. За указанное время нужно было не только грамотно уходить от удара, но и стараться находить слабые стороны соперника. В боксе надо уметь думать головой. В целом все ребята с упорством и целеустремленностью сражались за победу. Зал в течение боев не умолкал ни на минуту. Судьи отмечают хорошую подготовку юных боксеров. В общем, подготовка ребят хорошая. Собрались спортсмены с разных регионов. И эти спортсмены представляют эти регионы. Они первые номера, вторые номера. То есть состав качественный. Эти соревнования сыграют большую роль в популяризации и развитии бокса, а также будет способствовать пропаганде здорового образа жизни и привлечению туристов в наш регион. Донбасс здесь очень красиво. Хороший. Что тебе больше всего понравилось? Горы. Межрегиональный турнир в 5 возрастных категориях продлится до 17 апреля. Организаторы подготовили участникам грамоты, призы и хорошие впечатления в виде экскурсии. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Донбай.